Расскажи мне о небе, закате и море, о своих путешествиях и о мечтах. Расскажи мне десятки забавных историй и, конечно, о том, что является в снах. Что тебя вдохновляет и чем же ты дышишь? О чем грезишь, когда закрываешь глаза? Любишь больше всего и что ненавидишь? Веришь ли в доброту? Веришь ли в чудеса? Расскажи мне о том, чем тревожишься ночью, что мешает тебе каждый вечер уснуть, как заноза, засевшая в мыслях и прочно, что мешает порою бесстрашно рискнуть. Расскажи мне о грустном и сокровенном, о чем будет известно лишь мне и тебе, и что есть для тебя наивысшая ценность, и о самом счастливом и радостном дне, о горах и о видах, рассветах на глади, и о шепоте моря, манящего в путь, и о лучших минутах лета прохладе, о моментах, в которых хотелось тонуть. Расскажи мне глазами, чтобы было понятно, чтобы я поняла твою самую суть. Ведь на мир этот чудный и необъятный я б твоими глазами хотела взглянуть.